Итак, всем привет! Мы пришли на концерт Олеса, чтобы ограбить самую большую выставку генсека. Здесь же нету генсека. Ну, генсек ее организовал, если что. Я понимаю, что ее генсек организовал, но... Они же ничего не тут здесь... Тут типа Марк Уэзер, по идее. С генсековскими этими. Ну, это вроде не генсековские гарды. Ну... Больше на Марк Уэзер. Ну, похоже. Они что, здесь в обмунировании будут стоять? Ну, хрен его знает. Ну, сейчас мне, кстати, повезло. Мне даже циклить камеру не придется. Потому что мы пилоты. У меня две двери. У меня одна, и я нашел. Да, у меня две двери. Шоколад. А у меня одна. Это цивил? Да. Так, забери его с собой. ДС. Ну... Нужно было цивила с собой собрать хотя бы. Я надеялся, что я успею открыть дверь до того, как это вернется. Не успел. Я не знаю, нужно как-то понять, как вообще гвард там ходит, чтобы убивать просто диджея. Ну мы как-то раз сделали. Смотри, давай просто не вылазить до того момента, пока он к нам снова не выйдет. Потом заходим туда, кладем диджея, и только после этого гвард перестает ходить. Нет, я включил в прошлый раз ноутбук. И гвард туда зашел? Угу. Странно. Я о чем тебе и говорю. Нету? Нет. Вот где он? Где это чудо? Вон оно. Так, я два мешка беру. Просто потому что я могу. А, нет, один. А, ну да, я же не упаковывал его. Я умный. Фак, ну уходи отсюда, пожалуйста, уже надоел. А нет, подожди, да, куда ты идешь, ты ешь кинкот. Не-не-не, я просто. Хожу, выясняю отношения тут. Теперь можно. Все равно следи за ним. Он может также вниз вернуться. Не, все, можешь уже не следить. Так, камера снизу. Снизу. А где чудик, пацан? Вот он. Здесь двери нет. Точно? Да. Так, не прыгай, там охранник прям. Он тут не... Теперь прыгай. Дверь тут одна. Скажешь, если пойдет на меня. Ладно. Ну, по идее, здесь дверь за воротом, да. Так что без разницы. Интересно, что, кстати, на этих коробках написано, надо будет потом с телефона посмотреть. Ну, здесь просто QR-коды. Ты думаешь, что там что-то написано отдельно? Ну, нет, но просто интересно, что там конкретно написано. Еще одна. Я нашел последнюю дверь. Ты ли? Ты лучше смотри, я ее все равно открываю. Я открываю ее быстрее тебя. Пинг чё? Фуак, это пинг. Он идет сюда. Джем. Когда я сначала гляну? Может получится без джема убрать. 3, 2, 1. Но его я могу убрать без джема. Оба у меня. Ты какого отвечать начал? Того, который слева. Он мигает. Просто они у меня так любили, почти рядом. Ну как бы я их убил сразу. Стоп, они камеры нет? Камеры нет. Смотрите еще раз. Нету. Так.
Окей, а что тут по камерам? Yes. Не знаю. Я тоже не знаю. Вот одна камера. Это одна моя. Все нормально. А вторая есть? А, я не видел. Если тут не... А, все нормально, она тут стоит. Все. Где? Ну, короче, здесь можно бегать спокойно. Вторая камера, она внутри, в смысле, в помещении. А, ну в смысле, ты можешь только одну лочить. Ну, я понял. Все, все, тогда, тогда шикарно. Слепня. Щекос тогда вообще. Так, стоп, 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 стоп. Так. Ну, так как обычно, ты лучше, я ставлю потом наоборот. Знаешь, какое было бы самое легкое, наверное, достижение? Mm-hmm. Чтобы все бомбы собрал один. Да нет, это без разницы, это в соло тогда бы проходилось. Ну да. Я и говорю, самое легкое бы достижение было, если бы оно было. О, у меня что-то сорвалась установка взрывчатки. По идее, три взрывчатки можно поставить за действие одной бомбы. Ну, в смысле, одного цикла. По идее. То есть, ну, смотри, ты где-то 4 секунды тратишь на то, чтобы поставить. Там получается, сколько у нас... Зацикливание идет. 8 секунд плюс еще 5. Ну да. О, подфризнул так. Все, у меня C4 больше нет. Так, я в курсе. Я уже залез. Окей. Все закрыто. Ключ. А, вон она где была. Где это? Сейчас проверю. Не вылезай пока. Стопудово. Сейчас прочекаем. Ну. Так, малыша нашел. А где этот? Ой. Вон он, да. Где сейчас по прямой пойдет, но это же охранник. Они же любят ходить по непроверенным тропкам. Так, малыш там ходит. О, он прямо пошел. Все. Выходим только побыстро. Уже вышел. Так, где этот? Дэс. Куда торопишься? Спалиться лишний раз. Мешок возьми. Не-не, у меня все хорошо с мешками. Так, давай подождем, пока. Парень. Ага. Тут как бы такое. Я уже слишком сейчас поторопился, поэтому я хочу подождать. Пусть он уйдет на лестницу. Парень отвернулся. И ждем, пока парень отвернется от лестницы и проходит. Проходи! Там парень отвернулся, только быстро. Теперь сюда. Че это? Я пробежал. Тоже. Вон он прям там. Ну, у нас через боковушку можно. Я же открыл. Так, ну... Угу. Там такое. Может, здесь можно пробежать? Да. Ага, боковушка тут у нас не открыта. Watch out CCTV. Я бы на твоем месте сюда быстро-быстро пробежал бы и спрятался бы за коробками, как и я. А потом бы аккуратно ходил, если чё, вокруг них. Я просто тут пару раз знаю, что на камеру можно попасться. Знаю. Можешь открывать. Я скажу, если чё. Я знаю, что можно на камеру попасться. Не в курсе. Окей. Здесь никак на картинах. Два охранника здесь, пробегай быстро. Сюда можешь вставать, но дальше не иди, там охранник. Вот и схел. Все, все, сидим, просто, просто сидим. Ждем, пока уйдет один охранник. И второй желательно, конечно, тоже, но. Так, все, можно заходить.
Так, теперь стоп. Теперь этого чудика нужно найти. Вот да. Мне кажется, что... То он с той стороны. Посмотри. Грамотно только посмотри. Я просто не хочу. Он зашел. Выражен с той стороны был. Смотри, он сейчас уходит. Мы кладем. Надо обязательно было диджея. Нужно убивать и его. И сразу, ну да, да, да. Давай только я убью, у меня три сумки. И у меня меньше штраф за... Я ставлю. И сейчас как его называют, смотрю. Я блин, деспалил какую-то, не знаю как. Все, он должен уже не мешать, по идее, диджею. Короче, когда здесь музыка начинается, он диджею должен уже не мешать. Ну, то есть ему нельзя сюда заходить. Я понял шутку юмора. Сейчас поймем. Ну, теперь осталось шутку юмора понять, куда мешок скинуть потом. Потому что он сюда заходит. Вот он сейчас я слева. Я знаю, куда мешок скинуть, но... Он слева может пойти, я и свечу. Ну, пробуем. Уже тесты, блин, проводим на миссии. По идее, его должен подсвечивать, но почему-то он не подсвечивается. Потому что ты ходишь. Вот все, он сзади он. Что, справа-слева? Какая неожиданность. Блин, куда бы так мешок скинуть? Вот жалко, лифт нельзя открыть. Может? Понял, о чем я. Ну, только на Раш. А туда все равно ничего не закинуть. В середине справа. Справа, да? Сейчас, подожди, я посмотрю, может быть, здесь есть какая-нибудь дымочка. Фигичка. Нет, нет. Нет, нет. Единственная нычка? В середине, в середине справа. Я не могу отсюда нажать, нажми. Единственная нычка это... А, он, слушай, он прям так нагло встает. Нет, тогда эта нычка тоже не подходит. Я тебе говорю, под камерой нет. Я и говорю, что его придется с собой куда-то пилить. Видать, до двери. Нажимайте. Слева посередине. Бабах! Он такой радостный. Битбокс у него. Фиговый битбокс. Ну да. Не, он тем не менее. Он же старается. Да. Правый, так же, как и мы. Мы же тоже стараемся. Слышь, слышь, знаешь, так выпилить кусок окна, выбросить труп туда. Я бы не против был. Ну вот, чисто к людям, в толпу. Они бы его допинали до леса. Я бы до леса тогда уж хорошо использовал. Это знаешь, короче, ну типа... Как в толпу чувак со сцены прыгает, мы также труп бы выкинули. И оба на руках понесли до конца. Посередине и справа. Так. Ну чё, кто труп понесет? Я без пинга или ты с пингом? Конечно. В середине левый. Бабах. Так что когда, ребят, началось шоу, не беспокойтесь, охранник будет ходить до суда примерно и до суда. Так что лучше не вылезайте. Но. Тем не менее. Кстати, если вы стоите вот так, как я сейчас, вас, по идее, не видно, даже если он зайдет к двери. Потому что вот здесь вот перекрывают две вот эти вот перегородки. Довольно неплохо. А сзади стекло не падает. Смотри, как он встал в наглую. Ну, как он всегда так стоит. Чувак, и не слышь, заболел. Это было бы не смешно. Слева. Уже? Окей, я думал, ты не слышал. Не, слушай. Я вот не слышал, когда ты, ну, в предыдущий раз, короче.
Но будьте, кстати, аккуратны. Не кладите диджеев вот в эти углы, если вы не убили охранника, потому что если он ляжет криво, его запалят справа-слева. Так вот, его запалят, и тогда будет печаль. А если охранника запалит вот эта вот камера, которая здесь висит, то это будет совсем большая печаль. Ладно. Мои доводы на потом. Давай, высказывай, чё. Нет, я просто думаю, как побыстрее от него избавиться. Правый-левый. Бабах. Ну, окей. Так, теперь... где он? Вот теперь надо выяснить, где он. Он, по-моему, слева должен быть. Фонарик выключи, он меня пугает. Вон он. Да. Вижу. Значит, мы можем через эту сторону выходить. Через эту. Тихо, я пропалил просто. Я его спалил уже. Я понял, где он. Так, а вот теперь, собственно, самая главная проблема. Вот куда я... бросить труп так, чтобы его не заметил охранник? Я знаешь, что думал? Сначала сюда его положить, но потом понял, что его здесь спалят, скорее всего. И проблема в том, что я сейчас не могу бегать. Я в курсе. Сидим, подождем. Угу, отходим. Немножко отойди. Это точно все? Не знаю. Я не знаю. Нету. Все, спокойно проходим дальше. Выйди быстро, чекни снаружи. Все, охранник там. Все, идем. Он тут. Вот я сейчас встал. Что в очень неприятный момент. Давай, уходи, молодец. Все, быстрее, пробегай. Жди, я боюсь на нем запалиться. Дес, ран. Я не могу бежать, понимаешь, в чем проблема? Сюда, закидывай его, вот сюда. Я знаю. Но... Фух! И нас пока еще, если не. Подожди, здесь. Дес. Осторожнее. Он сейчас встанет там. Ты беги, я подожду. Тебя один черт пиво. Только аккуратно, не как в прошлый раз, ладно? Попытаюсь. Мешок возьмешь или у тебя все? У меня... Нет, у меня два. Ну, все, да? Да. Где я на центре, гард? А, он внизу? Угу. А, чувак смотрит в стену. Гард к тебе идет. Я пройдусь. Ну, чувак, я тебе просто... Че с чуваком? В стену. Ушел вообще. Все, шоколад. Сейчас не торопись. Я говорил. Ну, нет, я нормально его пробежал, он меня вообще даже ни на миллиграмм не запалил. Ну, знаешь, такая муха пролетела. У меня было 75 миллиграмм. Миллиграммная 75-фунтовая. Пятийная хрень. Блин, я боюсь. Я подожду. Подсветить тебе его? Да. А просто боюсь. Я понимаю, у тебя пинг. Просто я, ну ты сам знаешь, почему я так делаю. Просто потому что я всегда так делаю, он ушел. Окей. Бим. Все. Я пошел циклить камеру. И цикл. Та-да. Я вместо того, чтобы поставить тебе, пометил камеру, окей. It's tickle time. Блин, бедняга, как же ты тебя так скрючило. Осталось самое сложное, это тупо... Найти дверь, убить гварда и женщину запаковать, если... Так, а где у нас пар? Заложник? А, нет. Мы его убили вроде. Нет, у нас один залог. Снимать. Понятно, я до той не достаю. Ладненько. Здесь вроде камеры нет, будем скидывать тогда деньги сюда. Было бы очень неплохо, если бы у нас было где-то здесь, рядом.
Пойдем. Хотя, в принципе, можно под камеру прям скидывать, она же не видит под собой. Yes. Понятно. Без разницы, где-нибудь, где-нибудь, чтобы никто не видел. Я просто подумал, знаешь, по идее он такой, по идее, поэтому я... Мало ли, может, он под камерой тоже будет палить. Это ж по идее. Yes. Yes, of course. Эй! Что за жесть? Чё? Ты про что? Да так. Всё-таки рад, что удалось идея с ДЖМ. Я думаю, что это должно крупно повести, чтобы вот прям вот так вот было. Да нет. Так. Я не смогу ее так снять, да? То есть мне надо, получается, вот так вот развернуться. Секундочку. Интересно, как это слово проходится. Циклишь, переезжаешь на миллиметр, циклишь. Как же это долго? Ну а как иначе, нет. А если вот две камеры, вот я не знаю, под джемами только, наверное. Либо, а, я знаю. Оставляется одно на камеры. Ну, то есть... Чего? Там же камеры есть на этой миссии. Нужно камеры снять. А, я понял. Один ответ на камеру. Тратить. Ну, потому что если две камеры, я не знаю, другого выхода просто не вижу. Серьезно. Кто мы первый джим похаяли? А на твой этот? На ну, какой мой? На забег. А вот куда второй потратили, я не помню. Ну, мы же убивали здесь. Ну, два. Да. А вот один второй? У нас остался. Еще один где? Вот да. Куда второй потратили, я не помню. Причем мой потрачен. Куда ты знаешь? Ну, у меня... А, нет. У тебя... Нет, стоп, все правильно. У нас три джема осталось. Ты о чем вообще? У нас два джема. Ой, один джем остался. Нет, у меня два джема, и у тебя один. Нет, не это. Ответы в смысле. А, ну так я же наверху. А. Забыл уже? Да. Того весельчака, который вышел, как всегда, на моего любимого гварда, который... А, я еще тебе говорил, типа, запакуй цивила. Да-да-да. Все, я вспомнил. Че такое? Рука устала на ее давить. Да у тебя же вроде стоит этот. Нет. Автодавилка. Оно до определенного времени. То есть где больше там 15 секунд? Да. Ну я ж не совсем ленивая жопа. Ну, такое. I'm escape man. Ну осталось. Последняя штука, считай, не сделанная, и две уже делаются. Почему у транспортировщика больше хп, чем у, не знаю, у этого? У танка? Нет, не танка, а это, как его называют? У турели? Угу. Он опаснее турели. Кстати, что забавно, теперь подсвечивают турели. Ну, можно подсвечивать турели. Ну, это уже давно тоже. Последнее время, когда я играл, нет. Такого нет, не это, было. Это было, было уже давно. Так, я деньги потерял. Ну они просто между погрузчиком спрятались. Ну ты понял. Угу. Я их потерял. Так, вот, теперь самое сложное, куда нам относить наши... Там все, вообще все. Наши мани, да. Ну, я сейчас уберу на всякий случай, хотя, по идее, камера не должна запалить эти сумки. Не, а лучше буду лучше. А наши 30-40 метров от нас находится эта хрень. И она, по-моему, прям с самого края. Нам, походу, если я правильно понял, очень сильно повезло. Она там, где гвард. Все, можешь уже не очить. Я уже все сделал. И да, она прямо вот тут и прямо в открытой двери. Гы. Что?
Она прям крайняя, прям под гвардом. Ну, то есть, блин, слушай, нам дико повезло. Если мы сейчас зафейлим, это будет... Давай убьем гварда и не будем фейлить. Там... Как тебе? Ну, такое. Сейчас, подожди. А, стоп. Я нам чё? Джем нужен тогда твой. Подожди. Я, короче, отойду сюда. Скину сумку. Потому что я хотел ее скинуть, как обычно, под камерой. Так вот, где он? Он пока наверху. Не, он вниз спускается. Сейчас, я оставлю. Давай, джем ставь. Джем. Пока. Я иду. Привет, пройденная миссия. Ну, я просто на всякий случай малыша тоже это. А то мало. Это правильно. Упакуешь? Да. Давай. Ура, ребят, мы походу прошли, если сейчас, не знаю, что-нибудь не произойдет, если откуда-нибудь не спустится труп или не появится где-нибудь фейловая камера какая-нибудь там. Или ванги. Или ванги какие-нибудь, да, там, которые решат таким, по-моему, что-то не так, да? Типа того. Давай перебросаем вот сюда вот. Не надо. Просто не надо, давай сюда. Просто потому, что я хочу. Не знаю, хотя бы вот сюда. Yes. Что? Просто не носить. Хорошо. Я буду просто не носить. Разницы нет, это... Мы еще, кстати, не знаем до сих пор, куда нам отсюда убираться потом. Я надеюсь, что здесь же убегать, типа через конфликт. Ну, сейчас узнаем, у нас два джема. Ну, минута, грубо говоря, понять, куда мы убегаем. Ну, это если что. Вдруг. Главное мне не фейлануться с постановкой джемов. Я подскажу, если что. Не, ну я знаю, что у меня там сколько секунд. Блин, проще вот так по прямой бегать. Я уже понял. А то я под камерой бегаю все время. 307 штук за сумку. Ну, это уже 2 миллиона. Хрена знает. Ну, вот. Нет, немного дали пока что. И сейчас они скажут, а, вам нужно забрать Олеса. Не смешно. Такие, что? Не смешно. Это даже не смешно. И, кстати, или да, там, мы ребята... первый раз дошли до суда, поэтому если мы сейчас сфейлим дальше, то... Уж извините нас, мы такие косячные. Да, лол, а сумок-то больше? А? Слышь, сумок-то больше? Сумок больше, чем надо, да, я знаю. А я нет. И там будет потом, по-моему, давать намного больше. Вот сейчас... Ну, сейчас, вот... подожди, 3... Нет, у тебя... ты кинь. Сейчас дают 307 тысяч. О, стой, не звони, не звони. Я боюсь. Снять маски, он переправит всю добычу, оставленную в вентиляции. Чего? А, то есть... О, как? Мне дали 307 также. Снимайте маски, лол. И типа выходите отсюда, да? Угу, опять 307. Ну, я говорю, 307 штук дали. Что-то обидно. Ну, считай, 2 дополнительных ляма получается. Лол. Первая миссия, где снять маски можно будет. Ну, это прикольно, наоборот, слушай. Там ластовый мешок или нет? Там 2 мешка как раз. Ага, 3. Да ладно. Угу. Ну, сейчас достанем еще один. Не, ну прикольно, кстати, то, что снять маски. Это действительно первая миссия, которая... Ладно, я заберу последний. Эй, ау. Чё? Ты пока не звони ему. Нет, я не про это. А чё? Мешок не вставлялся. А. Спалиться на этом моменте будет совсем тупо. Так, окей, все. Так, стоп, звонить. Подожди. 1 300 000 опыта, мы получаем 2 277 налички. И 9 000 в общем. Все? Да будете готовы? Все? Это все? Мы даже это, маски это, не сняли. Это маски мы сняли, так? Будьте предельно осторожны, снимайте маски, смешайтесь с толпой, не создавайте лишних проблем, фургон ждет вас. Надеюсь, нам дадут это сделать? Ну, в смысле, дойти там, не знаю, нет? Да, дойдут. О, слушай, правда, прикольно. Так, тут есть выход. Воу-воу-воу. Я что-то боюсь. Выходите сюда. Надо смешаться с толпой надо. Стой, особо там, не беги, не беги, не беги. Давай подождем толпу. Да, вот тут вот проходить нужно. Я понял, там толпу надо. Они поняли, что что-то не так. Видишь? Не подходи к гвардам. Я понимаю. Тут надо дождаться, походу, толпы. Там сзади гварды. Я вижу. Тут везде гварды. Нам надо дождаться, пока толпа найдет. Ну, набежит. Нет, он сюда идет.
Так, он ушел. А тут еще один. Нет, это человек. Слава тебе, Господи. Ну куда ты пойдешь теперь? А, вот, да. А Вали-вали. нет, нам не надо толпы дождаться, нам надо просто аккуратно. Я тебе о чем и говорю, нам нужно аккуратно уйти отсюда. А можно надеть маску, подставить джем и убежать? Походу нет. Походу тема. Мы прошли, ребята! Сразу два достижения. Fucking we walking. Мы, вот, мы заодно... Нет, нам не придется на оверкиле проходить. Мы донесли все сумки без зиплайна. Аллилуйя. А теперь осталось только никого не убиваю. Нормально. Ну, это да, это уже другая история, ребят. Но спасибо за то, что смотрели. Я надеюсь, вам понравилось. Сколько у мы нас... Мы это сделали! Аллилуйя, мы потратили свои 400 баксов не зря. Мне дают 3 миллиона опыта. 4 миллиона опыта. Да, я купаюсь в опыте. Не знаю, мне дают только лям 300. Почему тебе дают так много? Потому что я инфоими. Ну, я тоже, но я более маленький левел инфоими. Так, наибольший урон 204 у меня. У тебя наименьший урон, короче. Вот. Любимое оружие, неизвестно. 30 минут мы потратили на эту карту. Всем в любом случае, ребят, спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Нам лично понравилось, у нас сейчас хорошие эмоции. Я ненавижу эту карту. Такое, да. Вот, и мне экзотику дали, которая мне нафиг не нужна, наверное. Ну ладно, всем удачи и пока. Давайте. Удачи.